Попытку одного из участников преступного сообщества покинуть регион оперативники пресекли в аэропорту. Мужчина ожидал рейс крупной партии синтетики в багаже. По предварительной версии, жители Ангарска занимались поставками различных видов наркотиков в 4 города Иркутской области, а также в Бурятию. Сбыт осуществляли через 2 интернет-магазина. Выручку выводили на счета третьих лиц. Таким способом фигурантам удалось заработать свыше 5 миллионов рублей. По местам проживания подозреваемых и в тайниках правоохранители изъяли свыше 785 граммов синтетики, более 48 граммов героина и 815 граммов зелья растительного происхождения. Кроме того, на окраине Ангарска выявлены 2 плантации по культивированию наркосодержащих растений. В теплице и гаражном боксе располагались специальные установки, собранные кустарным способом, а также система автономного полива и вентиляции. Правоохранители изъяли около 40 кустов конопли, общая масса которых составила более 4 килограммов. 6 подозреваемых заключили под стражу, 4 находятся под подпиской о невыезде, 1 назначен домашний арест. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.